Ребят, всем огромный привет! Рада вас всех видеть и приветствовать на своем канале. Напоминаю, меня зовут Ирина, и вы на моем канале Ирэска Влог. Девчонки, что я вам сейчас расскажу, на что я подписалась, в чем я участвую. Сейчас я вам все расскажу. Волосы еще не сушила, помылась. Не сушила еще. Сейчас попозже пойду посушу. Ребят, в общем, я участвую в марафоне похудения. Марафон проводит девочка, классная девчонка, зовут ее Рита. Канал ее называется «Богиня-жена Рита». Ритулька, привет тебе. В общем, я смотрела ее видео одно, по-моему, последнее это вот видео у нее было, где она рассказывала про свое питание. В общем, как она питается, как питается ее семья. И под этим видео я ей написала: Рит, может быть, замутим марафон похудения под твоим чутким руководством, было бы неплохо худеть. И она так быстро среагировала, в общем, согласилась прям так быстро, я даже не ожидала. И на следующий день, получается, со вчерашнего дня мы уже вот на этом марафоне похудения. Пока, девчонки, мне все очень нравится, все очень, ну, для меня, по крайней мере, так налегке, легко проходит. Единственное, что мне тяжеловато, от кофе отказаться было. Многие уже знают, что я очень люблю кофе. И вот вторые сутки, получается, сегодня, да, второй день я без кофе. Пью чай. Травяные настои, пьем различные смузи, фреши, жуем морковку, кушаем капустку. В общем, только полезную еду, только полезную пищу. Отказались полностью от всего, от всяких колбасы, сыры, полуфабрикаты. В общем, все, что такое, знаете, в упаковках готовое, как говорит Рита, все, что в упаковках, там всякие кетчупы, майонезы, все такое прочее, печеньки, конфетки, от всего от этого мы отказались. От хлеба, вот от хлеба мне еще было тяжеловато отказаться, потому что я очень люблю хлеб, булки, батоны, это прям вообще моя слабость. Ну, от кофе, конечно, это самое тяжелое отказаться было от кофе. Вот, а так, в принципе, все нормально, все хорошо, жуем яблочки, морковочки, пью смузи, очень, кстати, вкусная такая вот тема смузи, бананчик, ягоды, водички туда, все это взбалтываем, перемешиваем в блендере и потом это пьем, очень вкусно, очень сытно, я даже не ожидала, что это будет сытно. Самый прикол, что, ну, самое интересное, что вот получается со вчерашнего дня, за вчерашний день я сегодня взвесилась, я скинула 100 кг, я просто обалдела. Я, конечно, понимаю, что это с меня выходит там вода, скорее всего, но мне на самом деле по барабану, что это выходит, вода там, не вода, не знаю. Все равно очень клево, когда я сегодня встала на весы и увидела, что у меня отвес 100 кг, я просто обалдела. Так что худеем, стройнеем, молодеем, хорошеем. Заходите обязательно на канал к Рите. Хороший у нее канал, интересный очень. Называется, еще раз напомню, «Богиня-жена Рита». Поставила ребят себе запекать на обед скумбрию. Будет у меня сегодня на обед запеченная скумбрия без соли, без всяких специй, без ничего. И обязательно попью еще чай. Чай я пью с яблоками и с финиками. А на ужин буду кушать кашу, льняную кашу. Семя льна перемолю в блендере и добавлю туда еще банан. Будет у меня такая каша. Я еще не пробовала такую кашу. Буду сегодня пробовать первый раз. Надеюсь, что как бы она мне зайдет, эта каша. Но Рита говорит, что она довольно вкусная, эта кашка. Вкусная и сладкая. Ну и, естественно, полезная. 10 дней детки у меня будут дома. Супруг у меня будет работать, у них не будет выходных, а детки будут дома. Будет у нас веселуха. Так что не получится у нас уехать прям на все праздники, на все выходные на Волгу. Может быть, конечно, съездим на пару дней. Ну вот, так как супруг будет работать, поэтому надолго не получится уехать. Девчонки, у меня очень болит голова. Я прям вот не пью таблетку никакую, не пью никакую химию. Терплю. Мне кажется, что это мой организм борется.
Просит кофе, просит наркотика этого. Не так хочется кофе. Вот не хочу, кушать не хочу. Там, я не знаю, там хлеба не хочу, который я очень люблю. Там, не знаю, сладкое не хочу. Ничего не хочу. Вот хочу кофе. Прям вот хочется сильно-сильно. Но терплю. Идем мы причесываться вот с этим товарищем. Ой, что-то так холодно здесь. У меня окно открыто на всю Ивановскую. Сейчас закрою. Сейчас я его причесать хочу. Видите, какой лохматый. И надо будет сходить погулять с ним. Хочу его выгулять и себя заодно выгуляю. Сейчас я вас поставлю, ребят. Так, девчонки, поужинала я своей диетической едой. На ужин у меня была скумбрия запеченная. Без всяких специй, без соли. Скумбрия не моя любимая рыба. Я вот из таких морских, я больше люблю камбалу, люблю навагу. Навагу я вообще прям обожаю. Мойву люблю. Вот скумбрия как-то так. Ну, такое, знаете, не самая моя любимая рыба. Вот. Но сегодня я прям обалдела, какая она была вкусная. Рита говорила, вот Рита, с которой мы худеем, ну, которая вот проводит данный марафон, на котором мы сейчас сидим, она говорила, что когда вы будете готовить скумбрию, то есть не солите ее, потом, говорит, вы когда будете ее кушать, она будет как будто бы соленая, как будто в ней есть соль. Я сегодня вот это ощутила на себе, вот, девчонки, реально, такое ощущение было, как будто ее рыбку эту подсолили, хотя я вообще там ни грамма соли туда не ложила. Очень вкусная рыба. Сама по себе была такая прям хорошая, отборная скумбрия. Я покупала прям крупная такая жирненькая рыбка. И плюс вот я ее запекла. И она, ой, какая она вкусная. Очень вкусная. Я кушала вот скумбрию и салатик. Капустный салат с маслом нерафинированным. Растительное масло. Не подсолнечное, нерафинированное. И лук. Все, больше там ничего не было в этом салате у меня. Я сытая, прям вот нет у меня какого-то голода, какого-то прям жора, что я там есть хочу. Сегодня я прям сытая. Любимый мой. Мой любимый. Кстати, на похудении сейчас, ну, на данном марафоне со мной еще дочь моя старшая тоже худеет. Ну, ей немножко тяжелее дается все это дело. Она прям бунтует, кушать хочет. Мне все-таки полегче. Вот. А дочь у меня бунтует. Хочу, говорит, жрать. Вот так вот. Ладно, посмотрим, насколько нас хватит. Но я думаю, что если мне и дальше будет вот так вот комфортно и легко, как сейчас, то я долго так смогу просидеть. Единственное, что, конечно, ну, смущает, что сейчас праздники, впереди Пасха, нельзя будет куличик кушать, яйца, ну, яйца можно кушать, нельзя будет покушать куличик, шашлычок, что там еще вкусного, ну, в общем, всякие такие вкусности, выпить стаканчик пива нельзя будет. Только это, в принципе, смущает. Поставила печь творожный пирог. Знаете, он такой, нашла рецептик, такой совсем простой. И похож этот пирог на чизкейк. Посмотрим, что получится. Сейчас скоро уже буду доставать. Обязательно вам покажу. У меня там завал. Сейчас буду разбирать. Все это дело кошмар. Не обращайте внимания. У меня обычно такого нет, но вот сегодня как-то так. В общем, покажу вам этот пирог, потом расскажу, вкусный, невкусный. Если будет хороший, то обязательно сниму потом рецепт. Хотя, конечно, рецепты — это не мой конек. Я не очень люблю этот формат. Формат вот рецептов полно на просторах интернета таких настоящих кулинаров. И на Ютубе очень много каналов классных кулинарных. Поэтому не очень я люблю снимать.
рецепты, потому что с меня кулинар, там, я не знаю, ну, не люблю я готовить. Но если будет хороший пирог, то я обязательно вам сниму рецептик. Ребят, достала я свой пирог. Он, конечно, нужно было по-правильному его делать в разъемной форме. Сейчас нужно дать ему полностью остыть, чтобы он полностью остыл, и только тогда можно будет его нарезать. Так, девчонки, у нас с Ангелинкой сейчас перекус. Я буду пить чаек, а Ангелинка, она смузи будет пить. Пить, есть, не знаю, как правильно. У меня чай с медом, мед с пергой, полезный такой мед. Ну, такой еще есть у меня мед. Пятерочки купила, но я вообще сладкое априори не люблю. Но вот из-за того, что сейчас немножко наше питание такое ограниченное, чего-то хочется постоянно. Вот я ложечку меда сейчас с удовольствием съем. Одну ложечку. С пергой. Вкусно и полезно. А то он у нас уже стоял, этот мед, блин, черт знает сколько. Я не знаю даже. Наверное, год точно он у нас простоял. Если не больше этот вот, мед вот этот. Никто его не кушал. Сейчас как раз таки есть повод. Вкусный. Ты лук, что ли, ешь? Угу. Она лук ест. Луком перекусывает. Серьезно? Я его прям так кусаю, да? О, господи. Показать вам? Покажи, что это реально лук. Капец, блин, да? Лук жрет, как яблоко. Ужас. Очень вкусно. Тебе, видимо, тоже вкусно, да? Мы пришли уже домой, и, в общем, посылочка какая-то пришла. Я так предполагаю, что это Захаркина фигурка с Алиэкспресс. Сейчас посмотрим, откроет он, посмотрим, что это пришло. Захарчик, ты думаешь, это твоя фигурка пришла? Я сейчас думаю, что это моя. Волнуется такой. Давай, открывай, посмотрим. Забрала его с садика. На почту забежала. Аккуратненько, аккуратненько. Так, что же это такое? Мама, я знаю. Что это? Это сурикат! Это сурикатик. Как ты его назвал, этого сурикатика? Я не помню. Тимка. Тимка. Ну, открывай, отрезай тоже. Посмотрим на него. Сурикатик пришел. Быстро пришел сурикатик. Очень. Буквально, наверное, ну и 2 недели не прошло, как пришел сурикатик. Вот любит он вот такие вот фигурки. Давай вот сюда его поставим, я его покажу девочкам и мальчикам. Вот такой вот, ребят, сурикатик пришел. Захарик очень любит вот такие всякие фигурки. У него их уже очень много. Кого только нет, да, Захарчик? Угу. И обезьянки, и различные суслики, брундучки, зайчики, и крокодильчики, змейки, кого только нет. Покажи, на ручку положи, какой он размер. Вот такой вот. Захаркину ладошку. Хорошая. Ой, такая всклокоченная я вся пришла с улицы. Ребят, ну а мы будем на сегодня с вами уже прощаться. Всем желаем хороших выходных. Впереди у нас праздники. Светлая Пасха, 1 мая. В общем, полно выходных и полно праздников. Вам хорошо провести эти праздники. Да, Захарушка? Угу. Крутит здесь, стоит своего суриката. Ну а мы с вами увидимся в следующем влоге. Всем добра и пока-пока.